Кугашвили Георгий, главный тренер сборной. Как я понимаю, здесь очень важно для главного тренера посмотреть состояние команды. Вот тех, кого вы поставили. Не все лидеры, если молодые. В какой форме, ребята? Учитывая вот ситуацию, то, что сейчас творится в мире, на этом фоне ребята в данный момент находятся в неплохом форме. Потому что полноценных соревнований, полноценных вот этих сборов, к сожалению, невозможно все проходить. Да? Но на этом фоне сборная команда делает все, чтобы сборная команда максимально мы сделали. Мы уже сделали 3 сбора полноценных. Есть команды, вообще сборы не проходят. Самостоятельно тренируются. Мы сделали 3 полноценных сборов. Участвовали в 2 соревнованиях. И там большое соревнование, маленькое соревнование, то, как бы там это ни было, это соревнование. И у нас есть возможность, опять же, проверять ребят. Да, не все наши основные лидеры. Можно сказать, наши основные лидеры здесь это не борются. Но борются здесь вторые, третьи номера и молодежь, которые в следующий год будут оспаривать к олимпийским путевкам. Ну, тем не менее, здесь есть такие, как Манцыгов, как Чехиркин. Это явно вот, лидеры, ребята, да. Я говорю, что вот они будут это, как бы оспаривать. Там, это у нас это вторые номера, а первый номер это у нас Роман Власов, олимпийский чемпион, 77 килограмм. И в других весах тоже ребята, вот, а Комаров Саша, который второй номер. Да, он сейчас выиграл Кубок России, но у нас есть чемпион России этого года, Давича Кведадзе, олимпийский чемпион, который не борется. Многие наши чемпионы не борются. Это и Муса Евлоев, это и Мелин, это Сурков, Роман Власов, там, Сергей Семенов. Это все ребята чемпионы мира, олимпийские чемпионы. То есть здесь, опять же, вторые номера, третьи номера и молодежь. С учетом того, что так мало стартов, почему все-таки приняли решение не дать им здесь пробороться? Все-таки, опять же, боязнь, там, что, опять же, ребята не заболели, потому что до чемпионата мира, если будет, остается ровно месяц. Да. И хотелось бы без экспериментов. Где у нас, который первый состав, ребята, кто-то переболел давно, и они уже в нормальном, хорошем форме, да, это, допустим, Муса Евлоев, да, это Роман Власов, да, но есть ребята, которые, Сергей Емелин, там, да, это сейчас, это недавно выздоровел Степан Маранян, остальные ребята не болели, и вот на ровном месте можно как бы вот подцепить там это всего. Вот это я, вот из-за этого, берегя их там, чтобы до чемпионата мира они не заболели. Похоже, что такая ситуация будет складываться вплоть до Олимпийских игр, которые мы тоже не уверены, но надеемся, что состоятся. Вот как в этих условиях вообще можно мотивировать людей двигаться дальше, пахать? Ну, я не знаю, хуже вот это время, то, что мы прошли, я не думаю, что еще будет там, потому что вот этих тяжелых временах, там, можно сказать, мы умудрялись там тренироваться и умудрились 3 сбора полноценных там, это и не просто в Москве, это в Сочи, это в горах. И я думаю, что будем стараться сделать все максимально, что ребят, как вот возможность это было, что мы их тренировали и готовы. Мы по-любому будем готовы, по-любому. Лучше будем готовы, хуже будем готовы, но команда будет готова. То, что от нас будет зависеть, короче, сделать все, что соответствует там, на этот мировой уровень, чтобы команда отборолась достойно. Понимая, что в таком же состоянии наши соперники. Потому что это болезнь, там, это зараза, которая остановила весь мир, к сожалению. На будущей Олимпиаде одна из главных интриг будет, это тяжелая весовая категория и штурм кубинца Нуниса 4-го олимпийского золота. Насколько реально для него стать 4-кратным победителем? Ну, честно скажу, великий борец и все в его руках, но... Как говорится, ковер круглый, да. Мы хотим, что в этом весе стал Сергей Семенов олимпийским чемпионом. Мы это все всячески будем препятствовать кубинцу, чтобы он не стал 4-м. Опять же,
у него очень такой там мотивация там это, что, во-первых, он сильный, во-первых, вот то, что там говорят, что он постарел там туда-сюда, но все равно он очень как бы подводит на этих соревнованиях, и много-много раз мы убедили, что он готовится конкретно к Олимпийским играм. Но у нас тоже есть мотивации. Мы прошлые Олимпиады были третьими. И этот Олимпиады дает нам шанс. Вот то, что этот не стали в этом году проводить. У нас еще год, еще прибавить, еще добавить и еще быть сильнее. И не боги горшки обжигают, там, как у нас любит это Михаил Герасимович говорит. Да, все в наших руках. А почему не выиграть? Почему не выиграть там это? Ну и что он трехкратный олимпийский чемпион, да. Не хочу параллелов, куда там это все там это, но мы будем стараться выиграть олимпийскую золото. Пускай он будет великим кубинцем, да, но мы будем великим русским там это, который выиграет великого кубинца трехкратного олимпийского чемпиона.